Дежурство происходит и проходит достаточно спокойно, но тем не менее есть обращение. Мы уже отреагировали выездной бригадой на 63-ю участковую избирательную комиссию, которая расположена по адресу проспект Победы 6/1, где было указано на то, что каким-то образом оставили незаполненные бюллетени свободно вот на поверхности стола. Наша выездная мобильная бригада отреагировала на это сообщение, выехала. Но, к сожалению, непорядочность некоторых граждан подтвердилась, собственно, как и вчерашний день это показал. Этот факт не подтвердился. В связи с этим был составлен, как и положено, протокол, и заявитель в нем расписался, что претензий не имеет. Угу.